Всем привет, господа, с вами Феникс, и мы по-прежнему продолжаем проходить Германию. Мы в Германии, я только что сейчас прочитал, мы продолжаем проходить кампанию героев. Союзники, Советский Союз, Германия, Берлин, апрель 45-го, господа. Сталин потребовал захватить Берлин. Он предположил, и не зря, что после войны начнется... За контроль над Германией. В общем, дальше не буду читать. Рейхстаг. Что, пойдем поставим флаг на Рейхстаг. Советский. О, пушка какая. Берлин. Последний оплот тех фашистов, которые все еще пытались воевать. Четыре тяжелых года. Длинный кровавый путь. Это их родина, и мы понимали, что они будут драться до последнего. Последняя битва будет нелегкой. Вон он впереди, где мы поставим свой флаг. По-моему, Берлин, Германия, 29 апреля 45-го. Возможно, это будет последняя миссия, не знаю. Посмотрим, что как время покажет. Но, видимо, немцев тут будет очень много. Вот она. Ух ты, это что такое приятно? Вот это Т-34, который апгрейженный. А, нет, это ИС-2. ИС-2! Ядрен батон! Зло приехало! Сразу на базу хочу внимание обратить. Инженеры, вперед! Карта очень большая, смотрю. Туда я пока вперед далеко не могу посмотреть. Нам надо захватиться у моста. Так, вперед, господа. ИС-2 зло. Ай, ИС-2 больно. Так, починить танк. Так, идет захват моста. Он еще идет подмога. Стрелки готовы. Цель захвачена. Будем защищать до последнего. Теперь в нашем распоряжении фронтовики. Саперы, тут нужен топливный склад. Так, ИС-2 поставим сюда, пойдем пехотой. Разворачивай иска. Огонь, огонь, огонь! За отступление смертная казнь. Враг обстреливает нас! Тяжелая техника! Давай, давай! Тяжелая техника движется! Так. Мы готовы! Надо идти! Быстро! Вперед! Отступить. Возвращаемся на базу, товарищ! Новобранцы-фронтовики готовы идти на фронт! Вперед! Да, товарищ! Вперед! Выступаем! Отряды фронтовиков готовы к бою! Стоять насмерть за родину! Русские танки!
Русский танка. О, черт, мост заминирован! Бежим! Твою мать, мой ИС! Нет, 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 нет! Задний ход полный. Фу. Твою мать, а инженеры там были. Смотрите, мост еще цел. Немцев тут больше нет. Давайте двинемся дальше и закрепимся на противоположной стороне, пока они не попытались ее отбить. Это песок, а не крошки. ИС-2, вас понял. Офигели немцы, хотели мы ИС-2 убить. Надо выбить фанатиков из Министерства внутренних дел. Здесь. Нам известно, что у немцев там склад боеприпасов. Не сомневаюсь, они нам пригодятся. После этого мы отправимся в оперный театр. Враги устроили там очень мощное укрепление. Когда его захватим, то пойдем через площадь. Там тоже серьезный укрепленный район. А затем атакуем последнюю линию обороны перед самим Рейхстагом. Товарищи, пусть вас не пугают небольшие потери. Час победы близок, как никогда. Когда возьмем Рейхстаг, немцы утратят волю к сопротивлению. На его крыше будет развиваться советский флаг. Что означает конец войны и победы советским солдатам. Немцы наверняка глубоко окопаются на улицах, так что надо будет по возможности заходить через кварталы с фланга. Вперед. Наша артиллерия все еще слишком далеко, а зенитные башни не пропустят авиацию. Готовьтесь к маршу, товарищи! Мы возьмем Берлин сами! Без американцев. Здесь нет трусов. Все на базу, быстро! Вам нужно что-то построить? Почините мою иску. Почините. Иску и риску. Мы готовы, мы идем. Свежее мясо прибыло. Смотрю, что ресурсов у нас пока не очень много, и нам нужно идти вперед, чтобы захватывать ресурсы. Для этого будем чинить ИС и потихоньку проходить вперед. Солдатами пока вперед на разведку. Надеюсь, по этому мосту ИС проедет. Выступаем. Так, уничтожите заграждение. Я знаю, как это сделать. Мне нужны инженеры. Инженеры. Вперед. Сапёры в пути. Приказ 227 отменен. А сколько стоит 90? Блин, мы ждем, пока у нас 90 накопится, чтобы ИСК помогла по этому мосту проехать. А пока все вперед. Отвозим все вперед и. Ждем вашей команды. За будущее человечества. Мы достигнем цели. Вперед. Устанавливаем численность. Так, что там, 90 есть? Нет, 65. Да господи, как у нас сейчас нехватка с ресурсами-то? Новые солдаты прибыли. Да, товарищ. Вперед, вперед, все к мосту, товарищ. все к мосту. Отряды фронтовиков готовы к бою. Ни шагу назад, товарищи. Приказ понятен. Так, ладно, пока ресурс копится, солдаты могут здесь пройти. Мы в пути. Идем разведкой. Мы придем туда как раз вовремя, чтобы нас ИС-2 выдвигается. Мы на прицеле у ПТО. Ага, дофига с немцев. Саперы наготове. Там, откуда это, есть еще. Мы истекаем кровью, товарищ. Вот, есть, так, сминировать быстрее. Мы обнаружили врага. Иска, давай, чпокни. Мы несем потери. Да что ж ты по своим-то иска бьешь? Новобранцы готовы действовать. Все. Иска пошла вперед. Вперед, вперед, у нас ИС есть. Отряд наготове. Вперед. Цель уничтожена.
Так, пока все хорошо. Так, вот слева есть. Дымовые шашки! Приготовиться к контратаке! Так, Иска. Сейчас нас будут контратаковать. Ты чё в жопу ты к ним поворачиваешься, Иска? Ты чё, глупая? А ну стой, машина. А чё за кнопка? Режим охраны. Переключить экипаж, танк, режим охраны. А, танки могут захватывать. Да вот посмотрите. За родину! Вести по немцам адский огонь. Офицеры НКВД ушли. Отряды фронтовиков готовы к бою. За отступление смертная казнь. Вы вышли. Враг. Теперь в нашем распоряжении штрафники. Новобранцы на месте. Выступаем. О, да вы все на танк. Да мне моему ИСу плевать на вас всех. Да, один из всех разберет, ублюдки. Отряд саперов. Пора работать, товарищи. Саперы обнаружили врага. А что ж на меня нападают-то со всех сторон? Так, вы, отряд, пошли на разведку туда. Вперед, 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 вперед. Вы тоже вперед, пошли. Так, что валяется там? Нет, не нужен мне стационарный. Вперед! Товарищи, нужно занять эту точку. Отстреливаемся, товарищи! Не дадим гадам удержать эту территорию! Поджарим их! Прибыли! Блин, там инженеры жарят. Мать их. Ладно, вы. За стационарный пулемет быстро побежали. Ваш приказ? Вы сядьте за это, возьмите. Выделить расчет к орудию. У вас есть цель? Передвигаем ПТО. Так, вы. Красная армия, служит. Вот так вот, вперед, пошли. ИС, туда встань. Вы идите им тоже помогайте. Сюда, всех сюда, всех сюда. О, это уже крутые мужики. Штрафные батальоны, они с гранатами там. Блин, да и тут до жопы. Пехотинцы положили жизни на алтарь победы. Здесь нет, мы в пути. Так, вы сюда. Штрафники, выходим. Не должны отставать. Взять это. Вам нужно что-то взорвать? Идем. Вперед, 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 вперед. Вам нужен отряд самоубийц? Штрафники, выдвигаемся. ИС чуть вперед. Это тоже чуть вперед. Потери! Вам нужно пушечное мясо! Бой, собаки! Больше наших войск потеряно. Да ёкарный баба, я тут хрен подойду, и танк сюда не подведешь по ходу дела. Как это взять? Черт, нужны снайперы. Лучше смерть, чем отступление. Штрафников еще. Да, это будет не очень легко. И шагу назад, товарищи. Азов. Что у нас из техники можно призвать? Вот такой Т-34-85 ИС-2. Чуть круче. 600. ИС-2 круче, чем Т-30. Ну понятно, ИС-2 круче. Давайте ИС-2 еще один призовем. Так, и легкие танки нам нужны. Есть кому умереть за родину. Все, сейчас у меня будет через какое-то время очень большой отрядик.
елки-палки. По этой улице вообще нельзя. Узкая улица для танков. Здесь мы прямая мишень просто для немцев. Ох ты. Нас вон долбит. Либо быстро сейчас это все проехать. Вперед. Так, а тебе назад, наоборот. Давай, давай, давай. Там эта гаубица стоит, чертова. А вы что делаете? Надеюсь, эти три танка выдержат. Так, солдаты. Шагу назад, товарищи. Вперед, пошли по улице, солдаты там пройдут. Чинить. Саперы, берите инструменты. У нас есть чинить. Необходимо провести ремонт. Как все неплохо идет. Танки справляются. Хорошо, так, тут что у нас? Товарищ? Нет! Вот и они! Быстрее решайте! Скоро у нас будут ТП-28! Одним отрядом на зоне вы пехоты меньше! Отряд врага уничтожен! Твою маму! Снайпер даже положили. Там танк, который, кстати, можно съесть. Штрафников еще сюда. За отступление смертная казнь. Вперед, вперед. Так, чинится, чинится. Враг уничтожил еще один отряд пехоты. Так, забралась, забралась. Я нужна в другом месте. Побежали, 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 побежали. Да, они стреляют в нас. Вам нужен отряд самоубийц. Саперы наготове. Так, что прикажу? Пошел там построил. Туда отряд, пошел, вперед. Побежал. Так, как танки там? Все нормально, да? Сам починка, а здесь надо мне захватить чертов флаг. И сом. Я их не считаю, но я убила еще одного. Отряд огнеметчиков готов. Передвигаюсь. Вперед. Остановите инженеров! Они идут к орудию! Огнемет на сближение с пехотой! Теперь страна обращает его! Вражеская пехота нейтрализована! Получилось! Это не настолько... Если вы не пойдете... Танк, быстро пошли! Мы поняли! У-ху, у нас танк есть! Выступаем. Так, прикрывать огнемет танк. Наготове. Меняю позицию. Мои люди наготове. Так, здесь... почему нельзя захватывать? Необходим ветеран. А, ветеран необходим. Понял. Вот он, ветеран мой. Езжайте сюда, а вы двигайтесь сюда. Немножко вперед. Так, что-то тут немцев я не вижу. Как сюда попасть? Так, узкие улицы, ненавижу это. Ха-ха, мы прям сзади к ним заехали, вы на это только взгляните. По-моему, они в шоке сейчас будут. Вам нужно что-то построить? Нет, пока не нужно. Командование отменило приказ 227. Режим охраны перешел. Сейчас мы эти все пушки захватим. Поздравляем! Вы отлично расправились с гаубицей! Наши дивизии сообщили, что их обстреляли.
А, мы его уничтожили? Ну, ладно, черт с ним. Принято, принято. Блин, там сраная пантера. У немцев было мало снарядов. От орудия много проку не будет. Да хрен пролезешь. Придется отступить. Так, снайпер, ты вообще беги. Убирайся отсюда к черту. Так, есть. Так, захватили же, захватили. Отлично. Мне сюда нужны инженеры. Саперы на готове. Сюда инженеры мне нужны. Так, это что, штрафники? Еще штрафников, еще танков. Везите мне. Танк Су-85. Стоять насмерть за родину. Вот, замечательно. Вам нужен отряд самоубийц? Блин, там танк. Здесь задача захватить вот это место. Сейчас мы по... Походу дела тут только пехотой. Вот так я оказался в пехоте. У вас есть пункт назначения. Так, все, кто отступил тут. Гвардия на месте. Выполняйте отряд. Мы ждем приказов. Бегом. Теперь уже обратно. Отряды. Используйте этих трусов с умом. У вас есть дело, Дэнь? Скоро у нас будут огнеметы. Уйти с режима охраны. Да, товарищ. Так, а танки я что туда никак не подвезу, что ли? Я не понял. А вот здесь место проехать нельзя. Ждем приказа. Из два в пути. Нам нужно что-то разобрать. Мы выдвигаемся. Давай маленькими танками проверим. Так, что у нас тут? Мы готовы строить и взрывать. Инженер, который пойдет, отступит. Штрафники. Все сюда, с пехоту, пехоту на тот фланг. Снайперов вообще замечательно. Так, легеньким танком я что-то подъезжаю. Ну там, блин, в здании все. О! Так, а вы сзади ему заходите. Что вам нужно? Огнемет нужен в другом месте. Вперед нельзя! Тебе не отпуск! Машина вроде подвижна! Т-72 не лучше! Лучше смерть на поле боя, чем расстрел! Труп. Хорошо, здорово, здорово. Блин, эта машина теперь танк ему не дает проехать. О, черт! Граната! Мы разбили отряд врага! Удачный выстрел, надо признать. Так, вам нужно пушечное... Приказ захватить внутрь. Этот сектор! Танк прикрывает. Все, супер, ИСы развернутся. Я думаю, нам поэтому туда придется ехать. Приказ 227 отменен. Так, что у нас тут? Все хорошо. Вам нужно что-то построить. Чинить кого надо? Надо. Сапер, требуется ремонт. Истребитель танков. Су-85 вперед. Наша численность растет. Самоходка здесь, что вам требуется? БТР готова. Да, идем. Вперед. Снайп, так ты возвращайся к танкам. Спасибо, что прикрыл. Захватили? Хоть что-то у вас иногда получается. Захватить правительство района. Мы это сделали. Йоху! Товарищ командир, продвигайтесь вперед и захватите разрушенное здание кроль-оперы. Так. Надо идти дальше. Главный вход наверняка будет хорошо укреплен. Надо найти путь обхода с востока.
Гвардейский отряд готов. Выступаем. Попробуем пощупаем главный вход. А главный вход где? Здесь, да? С таким набором, как у нас. Так, инженеры, нет, вы никуда пока не пойдете. Вы будете сидеть здесь. Пойдемте, товарищи. Да, нам это пригодится. Мы идем. Да, товарищ. В пути. Так, все танки. Вперед. Вот пипец будет, если я их всех сейчас потеряю. Вперед. Два ИСа, СУ, ИСушки, танки, вообще, о! Вперед! Вперед! Так, танки тут проедут, нет? Одному только, да? Ладно, узкое пространство. Опа. Пехота идет на помощь, короче, моим танкам. Дороги БТРС понемногу тяжелеют, товарищи. Так, два подразделения тут есть. Давайте посмотрим, что там. Так, а как еще туда попасть можно? Блин, танки зажаты в узком пространстве. Жесть. Вперед. Нет, вперед, 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 вперед. Здесь нельзя задерживаться. Блин, я сейчас танк потеряю. Уезжайте. Нет, убили все-таки мой один танк. Не успел пехота. Вперед! Вперед! Смерть, значит, слава! Граната! Вперед! Противники обстреляны! Бегом, марш! Из огнемета по ним! Дайте нам цель! Приказ понял! Так, захватываем. Саперы на горе. Так, саперов сюда. Мы возьмем свое. Левый фланг, правый фланг! Нас обстреливает пехота! Так. Самоходка под обстрелом! Нас заметили! Противник уничтожен! Еще один мне танк нужен. Пантера. Панцирь 4. Так, пока все замечательно. Нам надо вот сюда захватить зал. Так, а чтобы захватить зал, я думаю, мне нужна пехота. Смотрите, все. Вообще все, все, все. Так, штрафников сюда, снайперы мне нужны. Ни шагу назад, товарищи. Все, ждем пехоту. Он теперь с другой стороны как-то придет. Да. Самоходка к бою готова. Пипец, мне надо починиться. Отступление, смертная казнь. Идите живо. Прибыл снайпер. Ждем приказов. Так, ты стой тут. Техника в пути. Действительно? Ну, если от меня там будет польза. Так, штрафники, снайперы сюда. Вот теперь у них будет настоящий ад. Штрафники.
Теперь нам доступны штрафные отряды. Используйте этих трусов с умом. Нас обстреливают! Да, товарищ? Штрафники, атаковать пехоту, собаки! Отряд врага уничтожен. Отлично, красавчики. Чего вы ждете? Давайте туда прорваться. Вам нужно пушечное мясо! Огнеметы прибыли! Снайпера. Отряд огнеметчиков готово. Что, что от вас нужно? Осторожно! Посвети путь! Все, есть, подсветили. Но не техника это штрафники! Не бери противника! Инженер мне нужен. Вам нужно что-то взорвать? Чинит. Вам нужно что-то построить? Останавливает. Все вроде хорошо. Мы готовы. Лишь два едет. Они готовы действовать. Я ухожу отсюда. Штрафники готовы. Вражеская пехота. Я уничтожила отряд. Пехота врага обстреливает меня. Все заслуживают шанса на оправдание! Уху-ху! Штрафники уничтожили вражеский отряд! Нас наградили! Мы искупили вину! Все, вы захват! Вы захватите эту территорию! Вы должны это захватить! Штрафники выдвигаются! Я это выполню. Кто-нибудь возьмите то немецкое, захватить. Фу, ну вот это сложновато было. Так, а дальше, наверное, мы пойдем вот здесь, чёртовы поедем. Черт, мне сюда нужны саперы. Да, товарищ. Сектор взят. Так, есть, зачистили. Сейчас нужно... О, там карта все расширяется, расширяется. Потихоньку, господа. Товарищи, слушайте! Здесь кончается власть фашистов! На той стороне площади расположен главный их символ! Вы перейдете через площадь! Вы истребите всех немцев на своем пути! Вы не остановитесь до тех пор, пока над крышей не будет реять флаг нашей Родины! За Родину! Передвигаем силы вперед. За Родину, за Россию. Господа, вы все слышали? Мы уже близко. Можно запрашивать артиллерийские орудия. О! Товарищ, пришел приказ от товарища Сталина. Рейхстаг не уничтожать, взять его целым. Бумбар, это что за танк такой, мать его? Ну что ж, бумбар. Хана тебе. Вперед! Вперед и только вперед! Так, а вот этот танк мне починили бы. Штрафники предназначены на убой! Держать строй, саперы! Да, сапер бы мне неплохо было бы побольше. Так, артиллерийским ударом сюда! Снайперы! Есть снайперы! Снайперы мне сюда! Это не настоящие солдаты, но они справятся! Готовы! Снайпер! Снайпер, светони мне вон то место! Все, Ил-2 пошел. Огонь! Вперед! Штурмовые саперы. Так, обезжать много придется, конечно. Так, теперь...
Обстреливаем цель зажигательными снарядами. Зажигательными пли. Так что там? Вам нужно пушечное мясо! Вперед! Не заставляйте меня повторять! У них прицелы! Красавцы! Так, инженеры, почините этот танк, мать его. Все, наброситесь на этот танк и чините его. Так, обзор увеличить. Зажигательными пли. Так, ты бежим охраны. Все идет пока супер. Так, отряд пехоты. Штрафники вперед! Что там с ремонтом? А, вот еще легкий танк, отлично. Так, еще снайпер есть. Меняю позицию. О! Армия саперов и танк едут. Сейчас будет ремонт. Вперед, 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 вперед. Готов начать обстрел зажигательными снарядами. О, сзади, смотрите. Еще есть. Так, что у нас зажигательно есть? Пли зажигательными. Стирайте их к черту. Танки, огонь по укреплениям. Так, а ты что стоишь вообще? Так, вы починить, вы починить, и вы починить. Там еще на подходе у нас. Ага. Нужен отряд самоубийц? Да, нужен. Травники, выдвигаемся! Бери оружие! Говорит, не шутите с С2. Есть, все, вперед на ту сторону. Пехота пошла, пошла. Вперед на защиту. Блин, танк потеряли, собаки. Эх, вы гады. Штрафники ждут приказа. За отступление смертная казнь. Так. У вас есть скоро у нас будет нападение. Сектор взят. Саперы наготове. Саперы, выпустите на искатель. Так, исы, вперед. Огонь, неси огонь! Обстрел! У-ху! Почти добрались! Огонь! Пошли вперед!
Саперы несут потери! Так, чую минные поля. Твою мать, вот они пошли, минные поля. Из 20 ступить, инженеры, чинить. Легкий танк в окопу заныкаться. И вперед. Черт, орудие сломали, отступить из. Инженеры, снайперы, все, что в резерве, сидите вперед. У нас есть зажигательная, зажигательная пли. Ох ты, я целое минополе разорвал людьми. В финишной линии. Фух, так, вот еще инженеры. Вперед, вперед, вперед. Легкий танк, вперед. Чинить мою миску. Это вторую иску мою тоже надо было починить. Так, а тут дальше минные поля. Мне это не очень нравится. Есть попадание. Так. Ух, надеюсь, там мин нет. Фу, так, надо два танка моих главных починить. Да, товарищ. В пути. Стёпан, Т-70 в пути. Да, товарищ. Заводи эту железку. Так, ну что там, инженеры, работаете, не? Там еще один легкий танк. Так, захват. Ни хрена захват, отключить захват. Кошмар, их тут здание сидит. Самолетом пли по ним. Так, починен мой главный танк. Вперед! Только вперед! Ты вы посмотрите, мать их, сколько тут. Фу. Сейчас будет бум-бум. Вперед, танки, пошли! Так, это танк стреляет. Инженеры, чините танк. Пехота, вперед в окопы. Так, а вы что? Все на захват. Помните, за мародерство расстрел. Приказ 227 отменен. Можно запрашивать бомбардировку. О, они дом пробили. Где? Где тигры? Уничтожить эти танки, чтобы потом можно было уже штурмовать рейхстаг. Капец, тигров. Зажигательные огонь! Мы захватили.
Танк, мой танк! Есть, тигр грохнул. Еще один тигр. Уничтожить второй тигр. Бедный тигр. Как я от них страдал, от этих тигров, а теперь они от меня страдают. Штрафники ждут приказа. Ни шагу назад, товарищи. Вы сами доверите. Это не расстреливают солдаты, но не справились. Тигры подбиты. Вперед, товарищи, на рейхстаг. Да, друзья, вот, наконец-то, наконец-то это. Фу, господа, мы это сделали. Миссия выполнена. Флаг на Рейхстаг. Что же сейчас будет, не знаю. Либо это не конец. Хотя написано продолжить. Давайте нажмем продолжить. Миллионы погибли ради этого флага. Ирония в том, что с тех пор, как Гитлер пришел к власти, Рейхстагом не пользовались. Столько жертв ради фотографий. Я пытался жить с этими воспоминаниями. Но они преследовали меня по ночам. Больше года я не мог спать. И тогда я понял. Ради этих ребят, ради солдат, правда должна стать известна. И я попытался бежать. Когда я узнал о вашем предательстве, то лично подписал приказ об отправке в ГУЛАГ. Я слышал, что во время войны первый гибнет правда. В этой книге каждое слово правда, товарищ. Люди, которые бесстрашно сражались, их подвиги. Все это там. Наша победа просто стала началом иной тирании. Я уже давно примирился с истиной. Если за это я должен умереть, пусть так оно и будет. Что же, его просто так расстреляют? Мы все пожнем, что посеяли. Или ему дадут пистолет пристрелиться. Лев Абрамович Исакович, вы признаны виновным в преступлениях против государства и приговорены к расстрелу. Вам лучше скорее уйти. Хм. Он ему помог. Но это из ряда фантастики, господа. НКВДшники никогда бы такого не сделали, наверное. Никогда. Мне прислали вашу книгу сразу после вашего ареста. Должен признаться, я не открывал ее. До того дня, как понял, что следующей сталинской чистки мне не пережить. Я отдал всю свою жизнь родине. И сейчас у меня остался перед ней один последний долг. Я заслужил пулю. Но, по крайней мере, я могу выбрать какую. Поэтому предпочту вашу. Правда о наших отважных ребятах должна стать известна. Ну, похоже, но уже на фильм, конечно же, такой Sega Relict Entertainment. Друзья, мы прошли кампанию героев, и действительно это похоже было такой, знаете, ну, среднебюджетный фильм, да, в котором рассказывается о наших солдатах во время второй. Ну, скажу так, что показано, конечно, много всего глупостей, показано немножко, конечно, фантастики, немножко перековеркнуто, но сделано довольно неплохо, но игра, конечно, в свое время многом...
под многими людьми, под многими влияниями переделывалась, сделалась. И вот она вышла. Ну, все хотели, мечта сбылась тех фанатов компании Героев, которые мечтали поиграть в Советский Союз без модов. Она осуществилась, и никаких американцев тут нету, как в первой части. Мы играем, то есть союз, пол, там, американцев, британцев, неважно, всех союзников. Мы прошли с вами кампанию Героев, довольно, смотрите, действительно детализированно сделано, очень красиво, Relic Entertainment умеет делать свои игры, и оставили они всю эту тактическую билиберду с Вархаммера. Довольно она смотрится на 2013, я думаю, 2014 и дальше года будет очень здорово смотреться. Это тактический бой со взрывами, со спецэффектами, это очень здорово. Потому что впереди вроде как еще один Вархаммер должен выйти. И может быть и здесь выйдут какие-нибудь дополнения. Смотрится на сегодняшний день красиво. По поводу истории высказал свое мнение. Немножко она преувеличена. Немножко она, скажем так, ну, с выкруткой. Это же делали не у нас игру, а делали там за океаном игру. Так что... вышла вот такая вот история. Но скажу, что игра на твердую четверку с плюсом. Игра тянет. И довольно интересная кампания. И именно из-за этих эффектов и вот этого реликтовского боя. Так что как-то так. Мне было очень приятно проходить эту игру. Действительно, я первую часть помню, и она мне тоже нравилась. И все эти моды, которые к ней много вышли. Надеюсь, во второй части тоже такого количества будет. И такая же популярность. Что ж, а на этом все, ребята. И всем всего. Мы прошли замечательно, потрясающую игру компании Героев 2. Пока-пока. С вами у микрофона вел все эти... миссии Феникс. Так что всем удачи и пока.